Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор Библейской Церкви Оксфорда. И сегодня я хочу продолжить серию проповедей, которую я назвал «Говорит ли Библия о восхищении Церкви до Великой Скорби?». Библия говорит о том, что это время закончится ужасным периодом под названием «Скорбь». Это будет время судов, которые зальются на землю, и оно детально описано в книге Откровения, начиная с 6 главы. И все знаки указывают на то, что мы очень близки к этому, а еще в Библии сказано о восхищении церкви. Вопрос в том, начнется ли восхищение до великой скорби, или же церкви придется пройти период скорби и гнева Божьего под названием День Господень. Лично я верю в восхищение до скорби, то есть, что мы вознесемся до того, как начнется скорб. И в этой серии мы разберем этот вопрос детально. Восхищение церкви — это финальное событие эры церкви. Сбор урожая церкви, когда Христос придет за своей невестой. А это все верующие во Христа, принявшие спасение во время Эры церкви. Он придет и заберет их всех на небо. Мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся и облачимся в бессмертные тела не пережив смерти. Мы вознесемся и встретимся с Господом в воздухе. А в Евангелии от Иоанна Иисус сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Это слова жениха его невесте. Он говорит, что уйдет на небо, чтобы приготовить там дом для своей невесты, где они будут жить вместе вечно. Он обещает вернуться и забрать ее к себе на небо, где будет заключен их брак. В этом отрывке из Писания есть несколько ключевых истин о восхищении церкви, которые отличают его от второго пришествия когда Христос вернется в силе и славе, чтобы захватить всю землю. Во-первых, восхищение ⁇ это приход Христа только за верующими, в отличие от второго пришествия, которое включает всех. Его цель в том, чтобы воссоединиться со своей невестой и забрать ее на небо. Тогда как цель второго пришествия в том, чтобы осудить врагов и установить свое царство на земле. В Евангелии от Иоанна не сказано, что Христос приземлится на землю и останется здесь, как во время второго пришествия, но он приблизится к земле, чтобы забрать свою невесту к себе. В Послании к Фессалоникицам, 4 главе, сказано, что мы встретимся в воздухе, а затем он вернется со своей невестой в то место, которое он приготовил для нее на небе. Там они будут обитать вместе во время периода великой скорби на земле, а в конце скорби мы вернемся вместе с Ним во время Его второго пришествия. В Откровении 19 главе мы видим невесту на небе, а затем она возвращается со Христом на землю во втором пришествии. Сторонники восхищения церкви после скорби говорят, когда Христос придет во второй раз, мы поднимемся навстречу с Ним, а потом сразу же сделаем разворот и вместе с Ним вернемся на землю. Но это противоречит 14 главе, где сказано, что во время восхищения Иисус заберет нас к себе на небо. Также Христос говорил о восхищении церкви в учении на Елеонской горе у Матфея, 24 главе. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Затем ученики задали ему три вопроса, и далее весь разговор построен вокруг ответов на эти вопросы. Во-первых, скажи нам, когда это будет, когда произойдет разрушение храма. Во-вторых, какой признак твоего пришествия? И вопрос номер три, какой признак кончины века? Кончина века — это сунталия. И это не то же самое, что и второе пришествие. Второе пришествие — это теолос что означает окончательное завершение времени. Кончина века ⁇ это скорее консумация или осуществление конца. Иными словами, это скорбь. Евреи называли это периодом родовых мук Мессии. Уникальный период скорби, ведущий к рождению мессианского царства на земле. Ответ Иисуса на первый вопрос о разрушении храма записан у Луки в 21 главе. Сейчас у нас нет времени, чтобы прочесть его. Ну а второй вопрос говорит о признаках второго пришествия. И хотя они спрашивали об одном признаке, он дал им целый список признаков, ведущих ко второму пришествию. Вначале он описывает начало великой скорби, называя это началом родовых мук. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, то есть всемирные пандемии, эпидемии и землетрясения, и все они будут происходить одновременно. Все же это — начало болезней или родовых мук. То есть в начале скорби все эти ужасные вещи начнут происходить одновременно. Именно это мы и видим в Откровении 6 главе, когда Христос открывает первые шесть печатей. Павел продолжает идею Иисуса и тоже говорит о родовых муках в первом послании Фессалоникицам 5 главе. «День Господень» или «Великая скорбь» так придет, как «тать ночью» или «как вор ночью». Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Здесь Павел описывает суды Дня Господнего, которые начнутся в мире внезапно. Посреди обычной жизни внезапно начнутся беды скорби, как схватки у беременной женщины. Схватки становятся все сильнее, пока не приходит конец. Итак, это первый признак начала Сначала скорби, они начнутся как схватки перед родами. И это соответствует откровению 6 главе, где говорится о снятии печати. Затем в 24 главе Матфея Иисус описывает главный признак скорби, который произойдет за три с половиной года до конца и ссылается на 70-ю неделю Даниила, описанную в книге Даниила 9 главе. Все это еще не исполнилось. Там описаны последние семь лет перед вторым пришествием, и предсказано, что Антихрист заключит завет с Израилем, но спустя три года он его нарушит, а в храм мерзостью запустения. Отвечая на вопрос о времени своего пришествия, Иисус упоминает мерзость запустения за три с половиной года до конца. Это 15 стих. «Когда увидится мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Он говорит не о событиях первого века, потому что какими бы ужасными они ни были, несмотря на иудейскую войну и разрушение храма, это не самое худшее, что видел мир. И в следующем стихе мы читаем, насколько все будет плохо. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». То есть человечество будет на грани вымирания. Этого еще не произошло. Это пророчество о будущем. Заметьте, что Иисус назвал вторую часть этого периода «великой скорбью». Она продлится три с половиной года. Это знамение последнего времени подтверждено у Даниила в 12 главе где все описано с точностью до дня. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. В конце Иисус описывает космические знамения в конце скорби, которые возвестят о Его втором пришествии в силе и славе. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст цвета своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явятся знамения Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великую. Это был ответ на второй вопрос о знамениях Его второго пришествия. Но ученики также спрашивали его о признаке конца века. Это нечто другое, чем второе пришествие. Иными словами, какие знамения возвестят о начале скорби? как мы можем понять, когда ее начало уже близко? Итак, Иисус закончил отвечать на второй вопрос, и теперь мы ожидаем ответа на третий вопрос. Какой признак кончины века или какой признак начала скорби? Как нам понять, что это время уже близко? Как и ожидали, Иисус отвечает на этот вопрос в 36 стихе и говорит, «О дне житом и часе, речь идет именно о начале скорби, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Иными словами, это Божий секрет. То есть никаких знамений не будет. Это секрет. Никому ничего не известно. В греческом языке в начале этого стиха стоит слово пери указывающее на то, что теперь он перешел к другому вопросу, а именно к вопросу о начале скорби. В отличие от дня его второго пришествия, который точно обозначен временными рамками, известен заранее. День начала скорби неизвестен и не имеет Никаких знамений. Но в следующих стихах он добавляет что-то совершенно новое, потому что описывает этот день как свой приход. То есть он придет в конце всемирных судов, а также он придет еще и до их начала и запустит их. Давайте прочитаем стихи. 37, 38 и 39. Но как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Всемирный потоп стал прекрасным прообразом скорби, потому что это единственный пример в истории всемирного суда Божьего. То есть скорбь будет сравни потопом. В одни перед потопом жизнь шла своим чередом, ничего не предвещало того, что должно случиться, но внезапно начался суд, и было уже слишком поздно. Чтобы избежать его, ключевым моментом в запуске этих событий стало то, что ной и другие верующие вошли в ковчег. В тот самый день начался дождь. Иными словами, перед началом суда произошла передислокация верующих в безопасное место над сценой суда. Даже ковчег ⁇ это прообраз Христа. Иисус сказал, что именно так все будет во время его прихода. Финальным событием перед потопом, вернее, перед скорбью, будет исчезновение верующих во Христе в ковчеге нашего спасения. Мы будем в безопасности, и тогда начнется скорбь. В тот самый день, а в Евангелии от Луки, 17 главе, Иисус сравнивает день своего прихода с днем, когда Лот бежал из Содома перед началом суда Божьего, так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь с огненной серной и истребил всех, так же будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Иисус говорит, «До начала скорби жизнь будет идти своим чередом, Верующие будут эвакуированы с места суда, и тогда начнется суд. Как было в дни Ноя и Лота, так будет и в дни прихода Иисуса. И это подтверждено следующими стихами в Евангелии от Матфея 24 главе. Давайте посмотрим. Тогда, то есть в день его прихода, будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Слово «берется» — это пара ламбану. Оно имеет позитивное значение и означает «взятый, чтобы быть с». Как, к примеру, Иосиф взял Марию, чтобы она стала его женой. И это то же самое слово, которое использует Иисус в Евангелии от Иоанна 14 главе 3 стихе, где Он обещает прийти и забрать нас к Себе. Итак, в Евангелии от Матфея Иисус говорит о неизвестном дне, когда Он придет, чтобы забрать нас к Себе, как раз перед тем, как Он начнет выливать Свой суд на землю, как потоп. И это отличается от известного дня, когда он придет, чтобы довести свой суд до кульминационной точки во время второго пришествия. Затем он делает акцент на дне своего прихода, который запустит эти суды. И он продолжает настаивать, что этот день неизвестен, то есть он может случиться в любой момент. Затем Он использует это, чтобы мотивировать нас всегда быть готовыми духовно. 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь Ваш придет. А это означает, что даже верующие не могут этого знать. Это говорит о неотвратимости этого дня. Бог держит в секрете точное время восхищения церкви. И насколько я понимаю, Христос может прийти в любой момент. Это отличается от характеристик его второго пришествия, когда он придет установить свое царство. Потому что после начала скорби будет абсолютно понятно, когда именно вернется Иисус. А вот знамений восхищения церкви нет совсем. Оно просто неотвратимо, и поэтому вы должны быть готовы всегда. Далее Христос описывает внезапный, неотвратимый и неожиданный характер первой фазы его прихода, и сравнивается она с приходом вора. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Это удивительное сравнение его прихода с приходом вора сильно отличается от его прихода во славе и силе, когда он придет захватить землю. Тогда все прожают которые будут направлены на него. Когда вор приходит, он не желает захватывать дом или привлекать к себе внимание. Он хочет прийти быстро, взять ценные вещи и сразу уйти. Это идеально описывает восхищение церкви. Христос придет забрать своих драгоценных людей и вскоре мир осознает, что исчезли миллионы верующих. Это будет похоже на приход вора, но он, конечно же, не вор. Он придет лишь за тем, что принадлежит ему, за теми, кого он искупил своей кровью. Но для мира это будет мгновенное событие, как приход вора ночью. Но для нас это будет приход жениха за своей невестой. Павел использует в первом послании фессалоникицам ту же терминологию, когда говорит, что скорбь начнется с восхищения церкви. День Господень скорбь. Так придет, как тать ночью. Приход Христа, чтобы забрать нас домой. То есть скорбь начнется с прихода вора ночью. Ибо когда будут говорить неверующие, мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут. Как Ноев потоп пришел в мир внезапно, так же внезапно придет скорбь на этот мир. И это будет похоже на родовые муки, когда происходит все и сразу, а также этого нельзя будет избежать. Никто не избежит периода скорби. Приход Христа как вора застигнет мир врасплох, потому что у них будет мир и безопасность, так как скорбь еще не началась. Но как только он заберет свои ценности, внезапно начнется скорбь, которая будет усиливаться и набирать обороты, как схватки перед родами. Мы не только не знаем, когда Христос придет за церковью, но мы также не знаем, когда Он не придет. В 44 стихе сказано, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Это подтверждение внезапности, чтобы прекратить все наши разговоры о том, когда именно придет Иисус. То есть, когда Его приход нам будет казаться наименее вероятным, именно тогда Он и придет. И говоря о Своем приходе, Он чаще всего подчеркивает неизвестность этого факта и Его внезапность. Это полностью отличается от Его прихода в силе в конце скорби, который предсказан четко и ясно. Следовательно, Иисус говорит о двух разных событиях, то же самое сказано и у Луки в 17 главе, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. Это подтверждается тем фактом, что в дни, ведущие к восхищению церкви и началу скорби, будет идти обычная жизнь, и мир будет говорить «мир и безопасность». Это никак нельзя сравнить с днями, ведущими ко Второму пришествию, которые названы самыми ужасными днями в истории. Тогда будут вылиты все чаши гнева, а впереди будет ждать Армагеддон. Все будет так плохо, что, по словам Иисуса, не Спасется ни одна плоть, если он не сократит эти дни своим приходом, то есть разница очевидна. Время перед восхищением церкви отличается от времени перед вторым пришествием. И так Иисус ответил на вопрос учеников о его приходе двояко. Поскольку он собирался прийти дважды, до и после скорби, необходимо было дать двойной ответ. Вначале он написал день, когда он вернется как царь в конце скорби. Этому дню будут предшествовать очевидные знамения, и он будет известен всем, кто будет жив на то время. Затем он написал свой первый приход, чтобы запустить День Господень. Это должен быть другой день, потому что в отличие от второго пришествия, он неизвестный и без знамений. Во-вторых, в дни перед восхищением церкви жизнь будет нормальной, и все вокруг будут говорить «мир и безопасность». Итак, приход Иисуса за церковью будет внезапным и единственный взгляд, поддерживающий эту внезапность, это восхищение до скорби. Разговор на Илионской горе продолжается также в 25 главе, и там описаны суды над теми, кто будет жив на момент второго пришествия, когда Христос исключит всех неверующих из своего мессианского царства и уберет их с земли. Вначале мы видим притчу о десяти девах. Там сказано, что пять дев не имели масла или илия духа, то есть не были рождены свыше, они были изгнаны из царства. Затем он описывает суд над овцами и козлами. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы. То есть, это будет суд во время второго пришествия, и Он будет проходить на Земле. А значит, это не тот же суд, что у Белого престола в Откровении 20 главе, и соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Это суд над всеми неевреями, которые пережили скорбь, определяющий, кто из них войдет в тысячелетнее царство. Он делит их на две группы в соответствии с их природой. Овцы — это верующие, козлы — неверующие. В 34 стихе он называет овец благословенными и получившими вечную жизнь. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира А в 41 стихе он говорит, что козлы прокляты и обречены на вечное осуждение. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть все неверующие отправятся на вечные муки, вначале в ад, а потом в озеро Огненное. Отсюда мы видим, что никто из неверующих, переживших скорбь, не войдет в мессианское царство на земле. Они отправятся в место наказания. И только верующие, живые на момент второго пришествия, смогут войти в царство. Другие места Писания подтверждают, что во время второго пришествия Иисус уберет с земли всех неверующих, и только верующие войдут в его царство на земле. К примеру, Иисус сказал, что скорбь похожа на потоп в Дняное, когда все неверующие погибли и исчезли с земли, и только верующим было разрешено заселить новую землю, а еще все оставшиеся неверующие примут знак зверя, и за это они будут наказаны во время второго пришествия. Об этом говорится далее. Господь Иисус придет с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Бога и остался непослушным радостной вести нашего Господа Иисуса Христа. Они будут наказаны вечной гибелью, будут навсегда отделены от Господа и от славы Его могущества. Иными словами, когда Иисус вернется, неверующим будет уже слишком поздно что-то менять, но у них есть шанс покаяться до Его прихода. Об этом же Иисус говорит в 13 главе Матфея, в притче о пшенице и плевелах. «Поле есть мир, добрые семя — это сыны царствия, а плевел — сыны лукавого, жатва есть кончина веком, посему как собирают плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Соберут из царства его делающих беззаконием и ввергнут их в печь огненную все неверующие пойдут в ад, и только верующие войдут в царство. Если бы все верующие были восхищены в конце скорби, то не осталось бы никого с телами, кто мог бы заселить землю. Все верующие покинут землю во время восхищения церкви, а все неверующие покинут землю из-за своей смерти. Это означает, что восхищение церкви после скорби логически невозможно. Следовательно, восхищение должно должно произойти задолго до второго пришествия, чтобы было достаточно времени для произведения новых верующих, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Только восхищение церкви до скорби отвечает этому требованию. К тому же только теория о восхищении до скорби сохраняет возможность внезапности, то есть то, что Христос может вернуться внезапно и в любой момент. А об этом очень много сказано в Новом Завете. Мы с вами уже видели несколько мест Писания, где об этом говорится. Иисус завершает Библию трижды заявляя Се гряду скоро, что значит быстро и внезапно. Поэтому давайте быть наготове и следить за тем, чтобы мы были готовы ко встрече с Господом. Давайте любить Его и служить Ему всем сердцем, потому что Он может прийти в любой момент. Поэтому давайте ожидать его прихода, давайте готовиться к его внезапному возвращению. Иисус грядет. Будьте готовы. Аминь.